О, Бигблейд. Оставь его себе. Тима, верни его. Представь, что это ты потерял. Мам, я гуляю. Хорошо, долго не задерживайся. Пока-пока. Пока. Бигблейд. Оставлю его себе. Маша, Маш, что? А если ты какую-то вещь нашла, например, супер-пупер-лол, ты бы его себе оставила или хозяину отдала? Могла бы девочка расстроиться. Отдала бы. Ну, представь, такой большой золотой шар лол. Все равно вернула бы. Тим, а ты что, что-то нашел? Признавайся. Вот, смотри. Ой, это какой-то классный Бигблейд. Тима, верни его. Представь, что это ты потерял. Надо отдавать хозяину. Давай телефон. Алло, я ваш Бигблейд нашел. Да, мне повезло. Тимок, смотри, я тебе купила новый Бигблейд. О, это же Гарудо. А ты бы вернул посылку или оставил ее себе? Напиши мне в комментариях. Подписывайтесь на канал Team Vintage и ставьте лайк. Пока-пока!